Давай. Также играем дальше. Сейчас хаешечку сразу им откину. У меня. Окей, оба? Не знаю. Опа, один тоже у меня есть. Я убил его сразу же. Минус 84. Убил! Просто в воздухе поймал, он даже приземлиться не успел. Красиво было. Всем привет, дорогие друзья! А вот и подъехал финал нашей калибровки 2 на 2. Именно сегодня мы узнаем, какие нам дадут звания. А я хочу напомнить правила нашего шоу. Здесь мы проходим калибровку на рандомных трешовых пушках. И чтобы определить, кто на какой пушке будет играть, каждый из нас по очереди открывает кейсы. Один за сторону КТ и второй за террористов. Что кому выпадет, тот с тем и играет. Но мы усложнили правила. И здесь нам запрещено играть со всеми штурмовыми и снайперскими винтовками. Кроме ССГ. Да, играть без этих оружий довольно сложно, но возможно. Ладно, я думаю, все поняли. А если нет, то сейчас все увидите сами. Кстати, обязательно поставьте лайк под видео. Ведь мы стараемся придумать что-то новое и интересное для вас. Ну что ж, и для того, чтобы определить, с чем мы сыграем, мы решили открыть кейсы на сайте. Вот мы, собственно, и на сайте. Сегодня мы снова будем открывать кейсики на Изидропе. Ну и так как у нас финальный выпуск, мы сегодня откроем кейсы реально по-крупному. Что ж, давайте уже начнем открывать наши кейсы и скорее посмотрим, с чем мы сыграем катки. Так, Ладос, кто из нас сегодня первый начнет? Давай я буду первым. Давай, давай. Какой кейсик будешь открывать? Давай кровавый, и он будет затеров. Давай, давай посмотрим, с чем ты сыграешь затеров. И... ну, в принципе, кстати, неплохой дроп. Да, неплохо тебе, в принципе, повезло. И, кстати, кейсик окупился, что довольно радует. Так, только затеров это, по-моему, не МП-9, а МАК-10. Ладно, понятное дело, мы его оставим. И давайте теперь откроем какой-нибудь дорогой кейсик. Так, есть какие-нибудь предложения? Давай попробуем открыть кейс... мне повезет. Давай, давай. Посмотрим, что дропнется отсюда. Надеюсь, что-нибудь годное. Давай, 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 давай. А, ну, калашик был, конечно, намного лучше. Бизончик вообще что-то ничего не стоит. Ладно, продаем его. И, Владос, какой будешь открывать кейсик за сторону КТ, получается, да? Да, так, давай золотой кейс. Давай, давай. Посмотрим, что дропнется тебе отсюда. Да ну! Чего? Чего, бля? Сколько? 20 тысяч, бля! Чего-то, блядь, это... это вообще реально, блядь, настоящий финальный выпуск, бля. Вот это сейчас реально по жести, это, блядь... бля, что это за пиздец вообще? Слышь, подожди, да. Маме пойду скажу, что съезжаю нахуй. Мама, пока, блядь. Ой, блядь. Ну чё, Владос, сыграешь затеров с рыцарем, да? Ну, если бы можно было бы, я бы сыграл, но по правилам нельзя играть с ним. Блять, ну нам вообще, по-моему, ни разу такой жесткий дроп не падал. Я вообще не помню. Это пиздец, конечно. Да, это очень жестко. Ну, понятное дело, мы эту эмку с удовольствием оставляем. И давай посмотрим, что все-таки с чем-то сыграешь. Бля, ну это вообще что-то, блять, слишком жестко. Так. Ну, Франклин. Сыграю с Франклином. Кстати, ну, хороший пистолет. Ну да, Франклин, в принципе, это годный пистолетик. И его мы тебе, понятное дело, оставим. Ладно, давай еще какой-нибудь дорогой кейсик теперь откроем. Так, какой мы можем открыть? Ну, для красоты, так сказать, нам еще ножика не хватает, правильно? Поэтому откроем изи-ножик. Посмотрим, упадет ли он нам сегодня или нет. Ну, вряд ли, конечно. Но... А, нет. Но это было близко. Это было, конечно, близко. С карточек мы этот продадим, и настал мой черед открывать кейсы. Так, я сегодня хочу, пожалуй, открыть какие-нибудь топовые кейсики. Ну, я, пожалуй, открою кейсик «Мне повезет» за сторону террористов. Посмотрим. Посмотрим, упадет ли мне что-то отсюда годное. Давай, 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 давай. Да ну, еще одна жесткая пушка. Неплохо. Ну, с этого кейсика нам сегодня просто жестко везет. Ладно, оставляем эту эмку, но, к сожалению, с ней я сыграть не смогу. Поэтому пробуем открыть еще раз. Давай, 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 давай. Ну, мне тоже выпал Франклин. С ним я сыграю с удовольствием. Ладно, давай какой-нибудь еще теперь дорогой кейсик откроем. Только вот какой? Давай попробуем по-крупному. Шанс ножа 80%. Вообще жестко сегодня пойдем. Просто, как бы, финальный выпуск у нас очень лютый. Прям супер лютый. Ну, посмотрим, упадет ли нам отсюда что-нибудь годное. Давай, 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 давай. А, я уж думал, нам сегодня просто жестко дропнется, но рыцаря, я думаю, нам будет более чем достаточно на самом деле. Что ж, продаем этот Галил, и теперь настало время открыть кейсик за сторону КТ. Так, я, пожалуй, хочу открыть сегодня стандартные кейсы за КТ. Пусть это будет гамма-кейс. Давай, посмотрим, что дропнется отсюда. Надеюсь, повезет. Во!
Вот это неплохо. Хорошо. Да, это хорошо. Слушай, нам сегодня почти одинаково повезло. Только я это за КТ открыл, а ты наоборот МАК-10 за террористов. В общем, получилось все наоборот. Ну ладно, я с удовольствием с этим МАК-10 сыграю. И давай скорее перейдем к финальным каточкам. В итоге за сторону контров я сыграю с МП-9 и Владос с П-250. За терров же я буду с тем же П-250, а Владос с МАК-10. Ну что ж, давайте посмотрим, получится ли нам выиграть катки с таким дропом. Ну чё, Владос, каточка стартует, давай, беремся за нее жестко. Надо ее выиграть. Тихо, так, я, наверное, шорт буду смотреть, ты за лонгом там следи. Давай. Что они долгие. Угу. Что они не хотят выходить. На последних таймингах, может. Опа, по шарту вышел. Убил. Найс, найс. Сразу с двух сторон их приняли. Моментально. Так, что-то раунд мы отдали. Это не очень. Ладно, сейчас все будет. Я, короче, вот здесь займу позицию, если они пойдут на шорт. Им хана. У меня. У меня тоже один. Отлично. Убил. Ладно, главное не рашить. Главное не повторять наших ошибок, лучше подождем. Я так подожму, но рашить не буду. Да где они там? Хер его знает. Опа, с коннектора один. Тихо. Сейчас у меня и... Блядь! У меня не запалил! У меня не запалил, я еле выжил тут. Один с коннектора у меня вышел. А еще один, по-моему, по шарту бежал. Ну ладно, я пока что спрячусь, потому что у меня мало хп. Шорт, шорт, шорт. Много отнял. Найс. Убил. Найс. Что-то я, кстати, и не подумал, то, что они могут идти с коннектора. Неожиданно было. Опа! Я одного один себя убил. Там около базы один, около базы. Окей, один. Окей. Давай его запушим с двух сторон. Давай, погнали, давай, погнали давай. На него. Сейчас мы его сломаем. На! До свидания. Давай, последний раунд должен быть наш. Опа, я убил одного. Бомба один у меня. Один окей, у меня. Окей, окей, окей. Чуть-чуть не дожал, у него 15 хп всего лишь. Он забрал бомбу где-то около шарта, но, скорее всего, все равно пойдет монстр. Смотри, монстр все равно. Монстр, монстр бежит. Найс, отлично. One tap. One tap, блядь. Ну, 5-3 хороший счет. Для нас это хорошее начало. Наконец-таки мы сможем сами рашить, и они не будут так долго на нас идти. Сейчас мы им отомстим за их длинные раунды. Сейчас мы им покажем, как нужно играть. Так, давай по монстру, наверное, вылетим. Разнесем их тут. Опа, один на бочке есть. Убил, да, на бочках. Слева. Нормально, ой, нормально. Вот так вот нужно играть. Давай, короче, ты по монстру выйдешь, а я по шарту попробую пройти. Давай. Сейчас я зайду. Одного убил. Отлично. Так. Второй сверху с мухой. Где? Сверху, на девятку. А, понял, понял. Убил. Хорош. Так, смотри, короче, показываю профессиональную раскидку, значит. Ага. Зевский бирскул. Смачок. Да. Это смачок, значит, у нас на бочке. Угу. Смотри. Вот, видишь, выход полностью закрыт, как видишь. О, видишь, на шорт, это я кинул. Это я. Так, где он? Я убил, хорош, убил, нормально. Хорош. Профессиональные раскидки как бы очень помогли. Короче, давай ты еще по лонгу будешь уходить, я тебе тайминговую флешку кину. А давай. Это жесткая флешка. Я давай, профессионал давай. Же. Они слепые, все. Опа, минус один есть. Только что-то больше тут никого нет. Сверху, ага. Сука. Понял. Смотри. Я сейчас его раскидаю. Смотри, вот так как бы профессиональные раскидки пошли. Знаешь. Бля, он на меня вышел. Он там подгори сейчас, подгори. Снизу, наверное, пойдет. Я жду его снизу. А, нет, все-таки сверху. Убил. Хорош. Вот это мы им сейчас вообще на изи отомстили за то, что они так долго стояли. Так им и надо. Первая катка была несложной, и мы спокойно выиграли ее со счетом 9-3. Что ж, давайте уже скорее перейдем к решающей финальной катке. Так, ну, начало финальной каточки что-то пока что не очень. Ладно, сейчас все будет, короче. Флешечка полетела мне. Не так просто, ребят. Меня просто так не ослепить. Оба там? Не, пока только один. На лонгу. Да ему пиздец. Да, блядь, все. Извини, но, блядь, у меня нервы нахуй не железные, блядь. Где он? Он у тебя. Да нет у меня никого. Блядь, он меня зазевсить хотел, козел, а? Отлично. Ладно, пока 1-1. Давай, так же играем дальше. Сейчас хаешечку сразу им откину. У меня. Окей, оба? Не знаю. Опа, один тоже у меня есть, я убил его сразу же. Минус 84. Убил! Просто в воздухе поймал, он даже приземлиться не успел. Красиво было. Так, Владос, отдавать нельзя раунды. Давай ломаем их, блядь! Так, один у меня сдох. У него бомба была! И второго забрал. Зря вы, ребята, идете-то ко мне. Это для вас гобелен. Ну чё, рискнут ли они еще раз ко мне прийти? Хотя нет, пока что-то не идут. Одного убил. Отлично. Второй где-то там же. Окей. Да. Я сейчас на хлопе уже. Я на хлопе. Найс. Убил. В этот раз ты раунд забрал в соло. Давай, последний раунд будет нашим. Давайте, пацаны, выходите сюда. Ох ты, сука! На жестком префе на меня вышел. Последний вообще ничего не отнял. Там еще один спрыгнул. Близко, близко, близко уже. Может, он в обход пошел? А. Да, странный смог, скорее всего, в обход пойдет. Найс! Просто ваншот. Без да, шансов да, хорошо поставил. Залетело. Ну да. Снова 5-3. Так, ну, затеров тут будет посложнее, это уж точно. Первый раунд, конечно, был неудачный. Давай, короче, через апдаун оба пройдем. Попробуем тут сыграть. Идите сюда! Так, выходите, ребята. Оба там.
Окей. Бля, я вообще ничего не попадаю. Один в этом. Я не знаю. Сарай, я убил? Нет, не убил. Нет, не убил, я убил. Мало хп у него, скорее всего. Блять, не попадаю. Да я тоже не попадаю, сука, он Нео какой-то. Аккуратней. Убил. Найс. Я не знаю, я вообще не мог попасть. Давай ты апдаун пройдешь, я попробую по лангу пролететь. Сейчас под флешечку вылечу. Оп, блять, говно флешка. Сейчас будет нормально. Я вылетаю. Что, у меня тут пусто. Я тебе так скажу. О, у меня один кра... А, нет, пол хп. Окей. Пол хп там. Они оба в апдауне. Вот не знаю теперь, как играть. Ой-ой-ой. Хорош. Тихо. Это фуловый. Это не проблема. Тихо. На! Хорош. Это было жестко. Давай так же сыграем, короче. Так. Опа, флешки взлетают. Отлично. У меня один, скорее всего, тут где-то близко. А, нет. Убудки. Убил. Убил. А, нет, это ты убил. Последний раунд пошел. Давай. Мы должны его в щепки просто забрать. Разнести их в щепки. Ребята, вы где там? О, мне пизды дали. Блять! Мне что-то тоже... Сейчас, нет, мне пизды не дали. Опа, молотов красивый. На! Хорош! Отлетели, хорош. Ребята. Просто один против двоих остался и разнес. Ну и какое звание нам дадут? Бля! Что тебе дали? Что тебе дали? 4 звезды, бля. Нет уже. Сука, я думал, побольше дадут. Что-то нам на самом деле вообще какая-то херня упала. Я думал, нам хотя бы калаши дадут. Это потому, что мы с говнопушками, конечно, еще играли, я думаю. И потому, что нам еще пару раз читеры попадались, скорее всего, из-за этого. Да, читеров здесь очень много, конечно. Вот так и закончилась наша калибровка. Конечно, мы рассчитывали, что дадут звание повыше. Хотя бы первый калашик. Ну, что дали, то дали. Если бы не читеры, все было бы иначе. Ладно, друзья, мы сейчас все-таки думаем, стоит ли делать второй сезон калибровки 5 на 5. И стоит ли усложнять или упрощать в них правила. Я думаю, мы на днях с вами это решим. А пока вы можете проголосовать вверху справа, хотите ли вы калибровку 5 на 5 или нет. И, конечно же, не забудьте поддержать видосик лайком, ведь мы над ним постарались. Ну и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Ну а с вами, как всегда, был MoreGames. Всем удачи и до скорых встреч!